в центре города. То, что творится за стенами тюрьмы, время от времени становится известным в городе. Однажды арестанты били окна и кричали так, что шум был слышен в отдаленной части города. Я писал музыку не в духе времени, по их мнению. От меня ждали всегда чего-то другого, чем то, что я делал. А что они хотели? Славы, просоветских каких-то тем. Славу шахтерам, славу горнякам, славу хлеборобам, трудовому человеку и так далее. Желание приехать в Новосибирск было связано с концом той оттепели, которая была в этот период времени в нашем Отечестве. Ну, а главное, атмосфера прельщала и не только консерваторская, но и Академгородка, и Красного Факела, и Тюза. Было какое-то воспарение духа, скажем так. И вот на этой волне мы повстречались со Аскольдом Федоровичем. И надо сказать, что, пожалуй, бывает вот такое, когда с первой встречи вольтова дуга. И эта вольтова дуга дает свои все-таки плоды. Так появилась первая тетрадь из сибирской народной поэзии, взахлеб работа студенческого хора над этим произведением. Удачное очень, как мне кажется, и до сих пор удачное очень исполнение, потому что сколько бы ни пытаться потом сделать это в профессиональных хорах, это совсем не то, потому что там это был дух, это были те люди, это была та атмосфера, это было все родное, это было свое. А здесь, в профессиональном коллективе, все-таки выученное, заемное. Сближению или родству душ ведь способствуют какие-то разговоры, которые у нас были со Аскольдом Федоровичем. Там много было и романтического, и желания, так сказать, пофрондировать, в хорошем смысле этого слова, чтобы музыка, которую писал бы Аскольд Федорович, чтобы она бы не была, так сказать, ласкающей ушко, а чтобы она цепляла человеку, душу его бередила. Так вот тогда, в конце 60-х годов и начало 70-х годов, у меня здесь все более, так сказать, росло напряжение с партийными органами, а тогда это имело значение. И я задумал уехать из Новосибирска в Горький. Теперь это Нижний Новгород. Подал заявление на конкурс туда, прошел по конкурсу, получил телеграмму, что я прошел по конкурсу, ждем. Оставалось только обменять квартиру и уехать отсюда. Об этом узнал Минин, он узнал от меня. И он работал тогда, Минин Владимир Николаевич, хоровой дирижер известный, тогда он работал в Министерстве культуры СССР. И предложил нам с женой поехать во Вьетнам на целый год на работу по контракту. У Аскольда Федоровича, как у настоящего композитора,
и как у настоящего, серьезного, глубокого человека, то есть как у личности, в музыке отражается боль. Но не боль, пожалуй, так сказать, времени, вот сиюминутная боль, а боль более глубинная, более, так сказать, пропущенная через свою душу, которая, перемолов все эти коллизии, потом выдавала очень глубокие, серьезные сочинения. Например, такие, как «Тобольская симфония» или «Русские портреты», цикл, как «Бессонница века» и так далее. Поэтому мне вот это его качество, которое человека, который живет музыкой не для того, чтобы, а во имя, вот это качество мне не то что импонирует, я считаю, что это должно принадлежать композитору, такое качество. Именно эти качества привели к тем жизненным коллизиям, которые были драматичны в судьбе Аскольда Федоровича. Это и непонимание коллег, это и позиции партийных органов, конечно, все понимающих музыки, естественно, и в первую очередь. Это, конечно, и позиции министерские, много, и, конечно, какие-то коллизии с исполнителями. Так что здесь очень много всяких драматичных коллизий, и мне казалось, что как раз вот вьетнамская поездка могла дать возможность Аскольду Федоровичу немножечко отойти от эпицентра этих событий, побыть несколько на периферии, чтобы что-то и осмыслить, и как-то внутренне, может быть, успокоиться немножечко. Там мы работали при Министерстве обороны. Там вот обучались мои стажеры-композиторы, 10 человек, а у жены было 10 вокалистов. Работа была интересна. Необычная новая среда, новый мелос, работа через переводчика. Этот съезд готовило руководство Союза композиторов СССР. Я хочу сказать, что мне очень приятно видеть в этом зале знакомые и дорогие мне лица. Здесь собрались композиторы, музыковеды, все, кому дорога наша культура и наша музыка. А сейчас разрешите открыть 8-й съезд Союза композиторов СССР, и я предоставляю слово Тихону Николаевичу Хринику. Дорогие друзья, позвольте от имени Совета руководителей, секретариата Союза композиторов СССР сердечно приветствовать вас всех здесь сидящих в зале. Нам нужно обсудить насущные проблемы нашей жизни, будущее нашей организации. Аскольд Федорович действительно принадлежит к тем натурам, которые оставляют неизгладимый след во всех, кто встречается с ним. Если учесть, что его творчество, становление его личности развертывалось во времена отнюдь не светлые, становление – это самое начальное, импульс к этому становлению дала оттепель, та еще хрущевская. Потом вот эти очень суровые, нервные, мрачные и вызывающие бешеный протест уже было освободившейся личности времена застоя. Вот этот застойный период в его жизни, это был период, конечно, суровой его борьбы за отечество, то есть за вольную, свободную и сильную культуру. Но борьба за культуру для него – это борьба за человека, за людей. Может быть, поэтому в его музыке столько тончайших, сокровенных отгадок о человеческом сердце и человеческом смысле. И надо сказать, что в нем изумительно переплелось, в самом искусстве его, изумительно переплелось лирическое и эпическое, не в том традиционном смысле, когда мы слышим отдельно, так сказать, нечто монументально общезначимое и нечто утонченно, так сказать, элитарное. Нет.
а эпическая для него суть лирическая, а лирическая суть эпическая, потому что лирическая означает человек земли моей, а земля моя есть обитание того же самого человека, ибо личность человеческая для него есть главная ценность. Так, внимание, приготовились, начинаем запись. Видео, мотор. Я жил в промышленной 4-5 лет, но прошу учесть, что я жил во время войны и первые послевоенные годы там. В это время в промышленной было очень много эвакуированных людей из Запада, из Москвы, Ленинграда, туда эвакуировались целые предприятия, заводы и все. Поэтому контингент жителей того времени, той поры, там были прекрасные пианисты, скрипачи, музыканты. У нас был замечательный оркестр при клубе, духовой, был джаз-оркестр при клубе, был оркестр народных инструментов. И тогда провинциальная промышленная не была. Не была.
думаю, что не началась моя музыкальная вообще, так сказать, биография. Когда я стал играть на различных музыкальных инструментах, сам стал, не умея, так сказать, по догадке, делать всякие аранжировки, стал писать. И помню, написал даже первый вальс, сочинил какой-то в ми-бемоль миноре. Сейчас его нет уже. Вот. А потом уже вот, приехав в Новосибирск, более серьезно занялся музыкой, поступил в музыкальное училище. Потом перерыв был в музыке. Я работал на инженерной работе. Потом снова я с музыкой связался, поступил в консерваторию, кончил ее. И вот теперь уже 30 лет там работаю. Сам факт того, что я поступил в строительный институт после школы, немножко анекдотичен. Мы с моим другом, ныне архитектором известным, Нестеренком Евгением, вдвоем с промышленной приехали сюда с маленькими деревянными чемоданчиками, сошли на Алтайке и у первого попавшего новосибирца спросили, где здесь ближайший институт. Нам сказали, вот в гору поднимете, здесь Сибстрин. Мы поднялись в город и пришли в строительный институт. Нестеренок хорошо рисовал, он поэтому поступил на архитектурное отделение. Вот. Я рисовал плохо, поэтому поступил на сантехфак, так называемое. Отопление, вентиляция, теплогазоснабжение. Еще раз, пожалуйста, 17-ю цифру. Она небольшая, смысловая записаешь, чтобы не влететь в нее, потому что в тутте играет весь оркестр. За такт опять. Там-пам-пам. За такт опять. Аллилуйя. За такт, 17-я. Флейта. Спасибо. Какие пожелания у вас все-таки? Вот в конце, там, где соло флейты заканчивается, вот я у секунды альтов в балалайке что-то услышал неразборчивое такое, не знаю, что ли там есть ошибки в нотах или все. Вот последние буквально два такта. После нее запятую, потому что этот за такт вместе вы играете, вот вы влетаете немножко. Просто нужно отделить это. И вместе сыграть этот затак. Можно вас попросить до 19-й цифры 4 такта. Секунды альты. Да, секунды альты, только секунды альты. Пожалуйста. 4 до 19. 4 до 19. Прошу. 1, 2, 3. Володя, сыграй-ка, пожалуйста, 1. 2 такта до 19. Нет, это поздно. Там-пам-пим-пам-пам. Пожалуйста, точнее. Тим-пам-пим-пам-пам. Понятно, да? И у вас ре. Отец Андрей,
Вот у нас сегодня выдался случай в студии послушать фрагмент одного моего сочинения. Меня бы очень интересовало ваше мнение, насколько это сочинение, так сказать, светское или духовное, если условно разделить музыку так, сочинение делится. Вот. И высказать вообще свое отношение к эмоциональной, может быть, стороне и так далее вообще. Если можно, так сказать, давайте послушаем. Давайте послушаем. Да. Знаете, отец Андрей, я вот когда углубился, я же изучал духовную литературу и наших классиков, Чайковского, Гречанинова, Рахманинова и других. Вот, и когда углубился в тексты на церковно-славянском языке, когда углубился в сущность литургии, я обнаружил там настолько огромные запасы для композитора, неистраченных, неисчерпанных возможностей, что моей жизни, конечно, не хватит для того, чтобы я выполнил все свои планы в этом плане, в этом отношении. Вот я думаю, что самый, конечно, существенный момент – это молитва, это внутреннее обращение к Богу. Тогда Господь по милости своей вот, нам и поспешествует в делах наших. Расплакалась, разводелица пред своим родным, тетей ты пред
Вообще с Шостаковичем был знаком 14 лет, с 61 года. И из этих 14 лет, 5 лет, я работал в его секретариате. Он был тогда секретарем Союза композиторов РСФСР, а я был секретарем. И часто советовался с ним и устно, и письменно. Шостакович, прежде всего, учитель. И учитель музыки, и учитель жизни. Отношение к людям, отношение к сочинениям. Очень благожелательная всегда, внимательная, вдумчивая, серьезная. Ведь около него иногда околачивались и бездари, и он терпеливо вообще это удерживал, все. Но знал об этом, что вот этот бездарный, этот талантливый, но никогда не покажет вида. В частности, вот 5 писем у меня его лежит. Я их очень бережно храню, естественно. Они касаются в основном моих сочинений. Ну, некоторые произведения оказались просто подражательными. В частности, первая симфония, когда мне один музыковед сказал, да, здесь Дмитрич побывал. Вот. Ну, а в основном это опосредованное влияние музыки вообще его в целом. Вот. А сейчас, уже, так сказать, становясь старше и старше все, я от конкретного влияния, конечно, ухожу, но сохраняется какая-то такая незримая духовная нить. В частности, хоровому делу я у него учился много, оркестровому делу я у него учился. Вот, и это все мой багаж теперь, принятый и взятый у него. Художника Грицука я узнал в ту пору, когда он был председателем Союза художников, а я был председателем Союза композиторов в Новосибирске. Мы подружились, я бывал у него в мастерской. Вот эту картину он мне подарил к дню рождения. С Грицуком нас связывает еще и то, что в одном из тогдашних номеров журнала «Сибирские огни» Михаил Семенович Алферов написал передовицу, где громил и Грицука, и Мурова за формализм, и за авангардизм, за все эти дела. Неладное впечатление производит Тобольская симфония. Просто необъяснимо ее исполнение в Новосибирской консерватории. Прямо говоря, это произведение реакционно. Отдел культуры обкома КПСС почти полным составом прослушал Тобольскую симфонию. Мы обменялись мнениями. Произведение получилось идейно ущербным. Произведение
не доведено до конца. Идеологически незрело, и его появление не своевременно. Я хочу напомнить об ответственности художника перед обществом. Хватит нам снисходительно относиться к друг другу. У нас есть постановление Центрального комитета, которое мы должны выполнять. Конечно. Как вы выражаетесь, повернуть меня, так сказать, в свою сторону и привести в свою веру они хотели. Но это не значит, что я никогда не шел на компромисс. Я шел на компромисс. У меня есть несколько сочинений, от которых я отказался и сжег. Это кантата «Строить и жить». Это «Ленин в Шушенском». Ну и есть ряд других. «Сибирь героическая». Это тоже был подоходный налог такой. Как однажды в Ленинграде мне одна известная музыковед сказала, что вот посмотрите на Слонимского. Ведь для того, чтобы написать «Антифоны», он должен был написать «Веринею». «Веринею» написал, теперь может что угодно писать. Симфонии свои, концерты, что угодно. У Шостаковича есть сочинение. Он эти свои сочинения называл ситуационными. Однажды просто я спросил его, с чем я не помню теперь, о его оратории «Песня о лесах». Он говорит, да, это ситуационное произведение. Я не могу сказать, отказывается он или не отказывается, потому что сочинение сделано мастерски. Но оно сделано, пионеры сажают леса. По тем временам нужно было ему реабилитироваться, потому что он был обозван формалистом, какофонистом и какими угодно другими словами. По-христиански зла я на них не держу. Заблудшие люди, тоже обманутые кем-то, в свою очередь. Фактически создатель цельной композиторской школы. У него не просто много учеников. Эти ученики, прежде всего, очень хорошо выучены. Это настоящие, так сказать, умельцы, знатоки своего дела в ремесленном смысле. Но это и люди, которые имеют определенный комплекс жизненных убеждений. Сам характер мышления Мурова, принципиальные основы его мышления, гражданские, ответственные, острые, это тоже формирует, конечно, людей, формирует учеников. Он приучил нас понимать, уважать друг друга.
Он приучил нас не только относиться требовательно к своей музыке, но быть внимательным поразительно совершенно к самым таким тончайшим нюансам к музыке, к своему собрату. Что Аскольд Федорович, он внимательно слушал и доверительно относился к нам и выслушивал наше мнение. И только в самом последнем моменте он какие-то свои давал очень точные нюансы, штрихи, акценты и так далее. То есть мы уже находились в каком-то педагогическом родстве, вместе взятые. И если кто-то из нас попадал в кризисную ситуацию, вот здесь самое главное для композитора не уничтожить или ни в коем случае не умертвить вот его, так сказать, какое-то настоящее талантливое, так сказать, зерно. И вот здесь Аскольд Федорович очень точно направлял, и в результате человек опять верил в свои силы. Помочь начинающего композитора. Да. Так, значит, Саша, как это называется сочинение? Рапсодия. Рапсодия для скрипки и фортепиано. Хочу сразу предупредить, поскольку это было срывом, так что было всего две репетиции. Экзаменует Абраменко Александр, абитуриент. Рапсодия, да, для скрипки и фортепиано. Пожалуйста. Сорока-воровка. Толковая лестница. Не помню. Танцлет. Сережки, Серёжек. Так все эти оперы в России. Так, что у вас, Дима? У меня 4 пьесы фортепианных. Вариации в русском духе, детская полька, французская песня и плясовая. Ну, начнем их играть, потом, может быть, мы прервем. Где-то до конца не будем дослушивать, потому что мы уже слушали вашу музыку. Договорились. Венцемерова, Абраменко. Столяр. Да, Столяр. Теперь нужно подумать о баллах. 25-бальная система у нас. Есть сибирская музыка, есть сибирские композиторы. Вот я так предполагаю, в идеале, где-нибудь, будучи там в Ростове или в Ленинграде, проиграть музыку какого-нибудь сибирского композитора, ну, я имею в виду наиболее яркого какого-то автора, и острое ухо, чуткое ухо,
уловит, он скажет, эта музыка написана где-то в Сибири, а не в Ростове, или не в Ленинграде. Например, наша сибирская композиторская организация в Москве считается одной из самых таких мощных, авторитетных, сильных организаций. Говорят, сибиряки – это такого обостренного чувства нет. Вот слава богу, что я в Сибири, и благодаря этому я сочиняю музыку, пишу достаточно много, регулярно, по всяком случае. Вот с Сибирью как таковой я это не связываю, я это, наверное, связываю просто с человеческими какими-то качествами, чертами. Я думаю, что есть действительно люди. Попади они в Москву или в Ленинград, в столице, они могли развернуться шире, чем здесь. Зависит от натуры, от характера человека, от самостоятельности какой-то такой жизненной. Уверенности, не самоуверенности, а какой-то уверенности в себе. И есть, по-моему, другая категория людей, которые, наоборот, провинцию предпочли бы. Так же, как некоторые писатели уходили в какие деревни, работали и все, а не в столицах. Я не чувствую ущербности, ущемленности от того, что я живу в Новосибирске. Один мой старый друг, замечательная пианистка Мария Гринберг, точно заметил, что какой человек, такая его музыка. И я слышу под музыкой... Аскольд Федорович всегда какую-то очень большую подкладку, что ли, личностную, философскую. И я очень люблю его сочинение «Одиночество». Это оркестровая транскрипция «Зимнего пути» Шуберта. И вот, в общем, этот драматический, лирический цикл, жемчужину эту камерной музыки, Аскольд Федорович перевел в трагическую сферу. И он большой мастер оркестрового письма, и я поклонником являюсь его симфонии, и довольно хорошо их знаю. Но вот когда я пою эту оркестровую транскрипцию Мурова, меня это всегда очень волнует, и совершенно в другое как-то качество переходит музыка. Это подлинная трагедия. И делаю я это обычно с Арнольдом Кацем. Хочу припасть к земле я, чтоб снег и лед опять.
сказать, что в моей музыке есть сочинение, в которой, если условно говорить, главным действующим лицом является народ, массы, люди, миллионы. У Шостаковича есть. У меня, скорее всего, всегда один человек, как у Шуберта. Человек страдающий. Я больше всего люблю. Я люблю воду, пароходы и лошадей.